Привет. Привет. У нас сегодня съемка с утра. Hello. Good morning, Russia. Good morning. In Russia is evening. Good evening, Russia. It doesn't matter. We here in Venice, California beach. Like it. I like it. I like it. What's up? Marcelo, he's from Germany. Он из Германии, Marcelo. Hello, my Russian friends. This Germany? Из Колорадо, из Денвера. Germany. What's up? I love Russia. I love Russian people. And I love Dima. Привет, привет, ребята, это я уже. Проснулись в 5 утра сегодня, чтобы поснимать на восходе солнца. На родину 11 числа полечу. Сейчас закончим со всеми съемочками. Вот вам кусочек нашего трудового процесса, удовольствия, океана. Вот. У нас собралась компания атлетов со всего мира. Германия, Перу, США, Украина, Россия. Вот. Будет нечто интересное. Всех нас объединил бренд Golden Aesthetics, который, ну, по большому счету, не только бренд, а новая форма, собственно говоря, реализации канона золотой эры бодибилдинга. Вот. Будет много интересного. Так, готовим хороший материал. Вот. Короче, бодибилдинг у нас объединяет мир в нашем случае. У нас раннее утро, у нас 7-7 час сейчас. Солнце вот только что недавно зашло. Вот. В Москве, но мы в этом году планируем открытие подразделения. Погода меняется, был шторм 2 дня назад. Вот, было достаточно прохладно. Сегодня очень комфортная погода, даже с утра вот. Тренировки, береги будут, да. Привет, Белгороду. I don't know who's first. Я не знаю, чуваки. Бороду нельзя купить. Ничего не дали. Дали то, что нельзя купить за деньги. Дали статуэтку и дали куртку Арнольда красную. Вот. Ну, скоро будет бутик Арнольда. Ой, не Арнольда. Бутик Дугина. Ну, практически. Астрахань, привет. Как там матушка Россия? Соскучился уже. Уже соскучился. Но ничего, 11 на самолет. Вот. И 12 буду уже в Москве. Привет, и Горловке, и Украине. И котику привет. Нефтеюганск, привет. Нави, я. Скоро уже начнутся тренировки на открытом воздухе. Скоро уже будет гораздо теплее.
Привезу вам немножко солнца калифорнийского. Какое место? Первое место? Вот наши ребята. Тебе нельзя конфеты, тебе нужно нормальную еду есть, ты еще маленький. Так что голый, давай, кушай еду человеческую. Ребята, это океан. Здесь можно наблюдать, как да на Арнольде вообще фотографы были убийцы. У них точно мероприятие самого, допустим, по любителям, просто отстой. То есть они очень хорошо освещают все события, связанные... Привет, Питер. Все события, связанные с Про-лигой, да, то есть туда, видимо, вкладываются нормальные деньги. Идет трансляция телевизионная, интернет-трансляция и все такое. Вот, а что касается любителей вообще, ни трансляции, ни толком призового фонда, ну, в общем, так. Все достается тем, кто побеждает уже. Вот. И то потом, когда в дивизион другой переходит. Вот. А вода холодная. Ледяная, я бы сказал. Так что ребята серфят в таких жестких, суровых гидриках. Выиграть просоревнование, выиграть любительские соревнования и подать заявку на получение прокарты. Вот, кстати, мы проходим мимо легендарного Muscle Beach. Вот здесь специальный подиум для позирования. The father of bodybuilding is not Joe Weider. The father of bodybuilding is me. That's who. Этот парень забыл сегодня опять выпить таблетки. Он создатель новой эры. Кто это такой? Это перископик? Да. Здорово, перископцы. Как там дела? Передаю привет из солнечной Калифорнии. В холодное, темное место. Ничего страшного. У вас тоже будет лето. И вы тоже сможете снять футболку и показать свой бицепс. У нас вот такое утро заряженное мотивацией вам. Да, ну здесь... и вот, кстати, мы клетки мимо легендарного Muscle Beach, где тренировалось много потных мужиков. Именно здесь только подходишь, дотрагиваешься до снаряда, он сразу растешь. С утра всяких хиппи, бомжей, вот, выходишь, они выползают там из-под каждого угла, бомжи all around the world, вот, привет, некоторые по-русски говорят, выползает бомж с фразой, например, кто хочет затянуться, смотришь, удивляешься. Они, да, они тут такие дерзкие, дерзкие, раскрепощенные. Ой, там опять дурачки какие-то там притянулись. Спортом занимаемся. А это в Калифорнии чем-то не затягивается. Сколько тут дебил пишут, господи. Сними нас, иди сюда. Марсел. This is Marcel. Это Марсел, чемпион Германии. Это будущее бодибилдинга. Посмотрите на него.
Hello, Russia. How are you? Saying hi. Hello, from Russia. How are you? Venice Beach, California, LA. To my good friend, Dimi. Он говорит, он мой хороший друг, это правда абсолютно. The greatest part of the nerve here. Потрясающий чувак. Просто очень чистый человек и потрясающий атлет. То же самое Дима может сказать обо мне, я потрясающий человек, отличный тебя атлет. Тебя все знают. Вообще, тебя давай, знают. Присаживайся в кадр. Давай, Дас, я покажу еще. Дас. Покажи им пехотинца с офигительной натуральной. What's up, guys? Ну, разведчик. Вообще с формой супергероя. Морской пехотинец, который прошел Афганистан, Иран 3 раза. Крутой чувак. Вот так вот сидим, как старые добрые времена. 70-е года. Бодибилдинг, все дела. Да, у места потрясающая энергетика на самом деле. Так же, как и у Gold's Gym. Я обещаю вам оттуда тоже трансляцию сделать с Gold's Gym. Welcome back. Sure. Чувак, ты достал, я тебя в бан уберу. Нечего написать, не пиши ничего. Короче, как там тебя открыть? А? Тут есть какой-то дебил, надо убрать. Вот. Один ушел в бан. Попрощаемся с идиотом. Вот. Стоят чуваки с собачками там, траву курят. Привет, привет, Америка. Здесь утро, конечно, интересное. Как погода в России, как в Москве? Как одеваться по возвращению? Ну, температура сейчас градусов, наверное, я думаю, может быть, 17. Вот. Хорошо, дома тепло, значит. Сделал что-нибудь экстраординарное. Я также сделал нечто экстраординарное. Выиграл Арнольд, классик. Спасибо, спасибо, бро. Купить сапоги казаки. Там все равно будет, скорее всего, написано Made in China. И что в шапке? Здесь достаточно прохладно. И вообще вопрос из разряда, почему в шапке, почему без шапки. Но, чуваки, если нечего спросить, господи, мне жаль. 11 числа вылетаю обратно. Такая задумка. Я думаю, когда мы более поработаем еще летом, проект поведем Воля Императора. Констант, ну, просто ему нужно было получать прокарту. У него нет прокарты, а FBB. Вот. Стоп. Поэтому он и залез. Он казался очень большим. И, конечно, у него с позированием тяжеловато. Вы тоже на них смотрят, на эти кокосы. Кокосы здесь из Мексики привозные. Блин, зай, она большая. Если только частями. Вот Стефано подтянулся. Ай.
Я получу, да. Is this people are talking? Нижневартовск, привет. They're writing back. Because you're talking. Oh, talking, shit. Because you're talking? Yeah, yeah. They're cool. Watching streaming and answering answering the questions. Or they're asking something. Да, ребята, я сам рад, чертовски. Такая была насыщенная поездка. Проехали через всю Америку. Для того, чтобы поучаствовать в Arnold Classic. Сначала 3 дня за рулем. Спали, сидя в кресле. Останавливались в городах каждый день. Тренировались в новых спортзалах. В основном по ночам. Ну, по правде, это очень такая романтическая тема. Я всегда мечтал такое путешествие совершить. Но благодаря Тёмычу мы собрались вдвоем и поехали через всю Америку из LA, в Огайо. Потратили 3 дня почти. Ребят, я вообще практически замеры антропометрические не делаю. Могу сказать про рост и про вес про свой. У меня был, ну, рост у меня всегда 1,184, хотя меряют его всегда по-разному, то 183, то 185 получается. А по весу в этот раз я был перед сценой где-то 89 килограмм, вот. А на массе был 96-97, то есть пришлось с определенным количеством килограммов расстаться. Вот. Ну, естественно, так нормально жестко подсушились в этот раз. Вот, у нас утренние съемки закончены. Спасибо. Можно тишину 15 секунд? What is this hurts, man? Бицуху качать вообще не надо. От нее толку мало. Ну, какое-то время понадобится монтаж. Сырый продукт, чтобы не упускать. Фильм для Golden Aesthetics. Снимаем о возрождении золотой эры бодибилдинга. Поэтому собрались все под этим брендом атлеты со всего мира. Новое поколение. Абсолютно все такие личности интересные, индивидуальности. Поэтому, я думаю, через несколько месяцев выйдет уже полный фильм, и какие-то ролики мотивационные вы сможете уже увидеть через несколько недель. Так, Дактигатор сейчас пойдет в бан. Будет посмотреть можно на канале у Тёмы Дугина, у меня на канале. Приехали попить утренний кофе. Чё, кофейку попьем? Сегодня рано пришлось встать. Ну что ж, блин, мармелада в России нет. Совсем офигели.
не позорьтесь. Если честно, я вообще по поводу призового фонда... призового фонда в США вообще не интересовался. Для меня очень важен был сам факт участия русский. Утро оживает. Нет никакого, все болит. Вчера был тренинг, сейчас у нас две тренировки за день. Вот. Одна утренняя тренировка. Например, вчера качали утром грудь. Вечером качали спину, сегодня все болит, господи. Кофе регуляр. Обычный кофе. Сколько есть, все мои. Кем работаю? Работаю консультантом. Экономическим вопросам управления инфраструктурными проектами. Ты говоришь, нет никакого у меня курса АЭС. Обычный черный. Черный кофе обычный. Я же говорю, ребят, все, что есть, мои. Денег у меня немного. Зато много друзей. Ну, карта оформляется достаточно продолжительный период времени. По возвращении в Москву напишу заявление, и, соответственно, его уже через какое-то время можно будет. Вот. Ухаживаю, дарю бороде цветы, вожу ее в кино. Вот. Да можно что угодно. Вот. Но я буду исправляться, котик. Какую жару. Ну, английский со школы учил. Привет, Астрахань. А с какой стати? Я как победитель национального первенства имею право получить... про карту уже имел право получить давно и классика. Просто мне нужно было, скажем так, проверить себя, проверить других. Поэтому я выбрал для себя то соревнование, которое я считаю одним из достойнейших. Я себя проверил. Привет, Тагил. Ну, я понимаю, да, что у вас ночь. Привет, Уфа. Не выспались сегодня, встали в 5:30, чтобы поехать. Чтобы получить прокарту, нужно просто заполнить форму на английском языке. Не обязательно быть носителем языка там или знать язык. 13-го, да, постараемся организовать волю. Я вернусь как раз. По поводу возвращения, организуем волю с рассказами, да. Можно когда угодно молочку есть, вопрос. Многие отвечают просто молочку из-за того, что у них несварение бывает. Плюс у некоторых она задерживает воду. Вот. Ребята уже спят просто на ходу. Вырубаются. Степан очень хочет спать, я вот вижу. Пацаны уже сидят тут там. Копаются все. Занимаюсь 19 лет бодибилдингом. Вот, именно соревновательным. Только начал заниматься с 32 лет. Вот. 150 рублей есть. Спасибо. Мне Америка очень интересная страна, но на самом деле
кто бы чего ни говорил, очень похожие американцы и россияне. Просто здесь в силу того, что очень давно спокойно все, скажем так, внутри страны, у них такое ощущение спокойствия. Они нет такого ощущения тревоги, как у нас обычно присутствует. Вот. Так, еще один ушел в бан. Вот. Когда эти люди таким образом себя ведут, я, извините, ребята, я просто идет в бан посылаю. Вот. Как бы. Выступление есть в сети. Вот. Кому давать лицо? Вот. В планах? Домой. Хватит кататься. Уже тянет в Россию, в Москву, в родную. О. Уже по родным Лужникам, Воробьям соскучился. К скейтерам на Венес Бич. Да мне вообще все равно на скейтеров на Венес Бич. Мне кажется, здесь проблема больше не со скейтерами. Дез решил вас немножко развлечь. That's cool, man. Сегодня третий пошел. Стефана шлет from United States with love. Вот. Когда, ну, собственно, когда нормально заработает магазин, собственно, привезем сюда и Golden Aesthetics. Еще. Будем продавать. Какие-то странные надписи. Утро. Люди. Нормальный. Thank you. Мозг у тебя наклеенный. Воля будет там же, на Лужниках, как в принципе всегда. В России поддерживает. Но, по крайней мере, я ощущаю как бы всемирную поддержку как граждан. Вопрос в том, что система, конечно, несовершенная, и нам много лет еще предстоит работать над этим. Но вот, собственно, мы этим и займемся. Не кто-то должен этим заниматься. Но знать, что кто-то решит наши проблемы. Но поэтому соберемся. Съездим, научимся. У тех, кто уже научился это делать. Преимущество было большое желание и мотивация заниматься. Вот. То есть я всегда это определенный уровень вдохновения присутствовал, когда ты начинаешь заниматься. Чем угодно ты можешь заниматься. Ты можешь хоть гвозди забивать. Если ты будешь делать это с любовью, у тебя каждый гвоздик будет заходить как нужно. Вот. Поэтому, ребят, ваше самое главное преимущество, если вы хотите заниматься, это ваш внутренний настрой. Вот. Я считаю, это самое главное. То же самое и про выступление. Я не оцениваю форму Скоромного. Если честно, я по большому счету не в курсе, как он выглядит сейчас. Вот. Я последний раз, когда его видел, но мы сидели, разговаривали, они бицухами мерились. Вот, поэтому выглядит большим. Собственно, как и обычно. То есть у него икроножные мышцы, как моя голова. Поэтому круто. Меня обычно такие люди удивляют, как-то, да. Как американцы говорят, I'm excited. Вот. Поэтому вернусь в Москву, может быть, как пересечемся.
вижу его форму. Тогда смогу какие-то комментарии дать по этому поводу. Москва, 11 числа, возвращаюсь. Горячий кофе – это круто. А очень горячий – не круто, потому что сидишь и ждешь, пока оно остынет. Привет, привет. Денис Семенихин, он не соревновательный спортсмен. И, ну, скажем так, у него форма фитнес-чувака, а не атлета по бодибилдингу. Вот. Он занимается своим делом, и зачем ему лезть в эту ерунду вообще? Зачем ему выступать? Этого я понять не могу. Тёмыч, там кофе вроде уже готово какой-то. Вот, стой. Элита собралась. Да, вообще. Элита бодибилдинга. Я получил. Да. Надо мной надругал с чашкой кофе. После соревнований вообще гиперкомпенсация наступает. После соревнований ты весь высушенный, и у тебя организм начинает пить воду, набирать углеводы. Как правило, бывает, что форма после соревнований, она намного лучше, чем форма на самом соревновании. То есть на следующее утро просыпаешься и говоришь: «Господи, почему я вчера таким не был? Почему я не был таким наполненным, здоровым?» Вот, и так далее. Это всегда, потому что самое большое... дилемма вообще любой предсоревновательной подготовки, особенно последних дней, это вода. Вот, вода и углеводы. И ты пытаешься на этих качелях сбалансировать, пытаешься сделать себя более полным, мускулатуру наполненной путем употребления углеводов. Но в то же время пытаешься как бы не пустить воду под кожу. То есть, ну, такие очень, очень сложные моменты. Моменты очень индивидуальные. Поэтому даже каких-то аксиом по этому поводу нет. Вот. Приходится каждый раз, даже каждый раз приходится выдумывать нечто новое. Вот. Ребята, кофе переписываются даже с женами. Вот. Мишка готовит вам кофе. Мишка вот потрясающий оператор. Артем ждет кофе свой. Маньки явно спать хочет, устал. Маньки монтажер от Бога. Гормон — это достаточно опасная субстанция, но потому что все-таки любые игры с гормональной системой, особенно с поджелудочной железой, могут привести к проблемам с сахаром. It was close. But I just try to chill, man. Can you hold it for a second? Oh. Yeah, to me. Oh. Good man. Arnold used to smoke too. Feet, move your feet, bro. Okay. Я так с тобой типси делать, так чтобы выпаливал тебе в телефон, пока ты сидел. Да вы думаете, здесь еще тропики? Здесь, в общем, достаточно прохладно. С океана очень ветер жесткий.
горячий кофе. Ты хорошо себя чувствуешь? Сейчас мы немножко передохнем, проспимся и, наверное, пойдем обратно в джим. Вот. Я хочу жрать. Ты уже сказал веское слово, я хочу жрать. А правда, да, когда так тренируешься, есть хочется очень сильно. Жрать хочется. Я хочу кошек. Ясно. Наш президент Путин. Вот, понятно. Че, поднеслась комментарий, да? Да. Привет тебе из Украины, сразу прежде всего. Путин мой президент! Путин мой президент! Ты маленький ребенок. Ты, короче, мой президент, да? Да, да, да. И пошел. Шутейки вообще. Заинтриговал, бля, людей. Да, это уже как и сделал. Забросил флейм сейчас. Как это было, как это Тимати говорил, Миш? Какой-то у него был пресс-нем? Я не помню. Мой лучший президент. Тимати, что только не говорил уже, по-моему. Мой лучший друг – это президент Путин. Мой лучший друг – это президент Путин. Тимати в итоге говорил, договорился до того, что там у него теперь муфти поет. На Инстаграме. Ребята, откуда я знаю, как стать тренером в спортзале? Надо, наверное, закончить физкультурное ПТУ, там, я не знаю, или колледж, или пойти, собственно говоря, работать, или просто пойти. Эй, Пинто. Натурально. When, bro? You just posted and said like I was treating you like a king. Oh yeah, bro. Fed us like kings. Ладно, trained like мы Greek едем gods. Кушать. Всем привет. Slept like a horse because I snore so loud. Всем привет от веселой Artemis компании. Thank you, bro. Да устал я от таких вопросов. Кушать, поедем кушать, как бы. Просто все подряд. Мясо, рис будем кушать, чтобы стать большими и сильными. В кино можно попробовать. Все. Давайте, ребята, до следующей связи. Вот. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Кашку. Не, кашку мы уже ели. Но с утра немножко газанули сладости, чтобы энергия была. Я тебя люблю. Вот. Я тебя. Бла-бла. No, блю-блю. Блю-блю. No, блю-блю. What? Люблю. Ле-блю. 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 О. I love you. That's what I'm trying to say. Все, всем привет, поэтому ребята тоже с вами прощаются. Ла-блю. Ла-блю. He doesn't know English. Все, блядь, любят, да? Пока.